Ох ты, нифига себе. А он распался, смотри-ка. Он трубину вы поставили. Нет, это вот эта отвалилась. Бетонная часть отвалилась. А что, внутри эта труба сейчас была? Да. Да. Тут одно время хотели поставить генератор, который будет вырабатывать. А там ребята рыбу ловят. Потому что рыба не может подняться. И они вот там ее ловили. Ну а сейчас я ловил. Удочки, где удочки с тобой? Не, они руками там. Вода грязная, да? Вот. Не будет, бам-бам-бам-бам. Ильян, видите, какие? Вот по этой аллее мы гуляли. Только с травы столько не было, зеленый. Физалис растет даже. Кто такой физалис? Кто такой физалис? Ну вот фонарик купил. Ага. Это я... реликтовый лес. Я что говорю, что это? Чего сажали? Здесь не было травы, вот когда мы гуляли 3 года назад, здесь ее не было. Такой заросли травяной. Тут по суше было. Ну, иголки может, были. Время года? Не так да, ходили. Так же летом. Да. Лето.
подзаросло немножко. Здесь места, где посидеть, пожарить мясо, много было. Есть они. Да, с каждым годом мы сидим, согласен. Здесь не сидели, кстати. Здесь раньше не сидели, это как парк считался. Вообще все искусственно, видишь, деревья посажены рядами. Деревья тут здоровые. Там здоровые. Угу. Это все посажено, да, было? Да. Сколько это дерево лет? Это дерево, знаешь, сколько лет? Наверное, как совхоз образовался. Они... Лет 100? Они этот ельник высадили, да. Обустраивали поселок. И... Все старинные деревья. Сажали тут все. Мне кажется, когда мы были мелкие, совхозу было 75 лет. Уже? То есть, значит, получается ему... Там написано будет. Больше 100 лет. В этом дереве, которое может быть больше 100 лет, по-любому, большим, которым толстым. Он, по-моему, после революции образовался. То ли в 20-х годах, 26-х. Там должно быть написано. Наверное, да. Память. Оставить. Да, в 90-х годах, если ему было 75. Где-то в конце 90-х. Прибавляю еще 20 лет, как минимум. Дуб, да? Ой, да. Это дерево, это дуб? Это клён. Клён. Это клён такой. Это высохло вообще. Это ель была, да. Сухих много. И вон тоже подсыхает.